Николай Маковский родился в творческой семье, в которой четверо из пяти детей пошли по стопам отца-художника, одного из основателей московского училища живописи, ваяния и зодчества. Братьями Николая Егоровича были знаменитые живописцы Константин и Владимир Маковские. Картину «Иллюминация Москвы» художник-передвижник Николай Маковский написал в 1880-х годах в честь коронации императора Александра III. Коронация проходила в одно время с освящением храма Христа Спасителя, одного из главных храмов Москвы. По традиции коронации русских императоров проводились в Успенском соборе Московского Кремля. За несколько дней до торжества начинались массовые гуляния. В городе устраивали балы и праздники. Улицы и здания Первопрестольной обильно украшали. На картине Николай Маковский изобразил масштабную иллюминацию города, которую увидел своими глазами. Чтобы ее провести, в Москве построили отдельную маленькую электростанцию, а художник Петр Бойцов и инженер-полковник Михаил Фабрициус подготовили масштабный осветительный проект. Красную площадь, соборы, театры, Софийскую набережную и Александровский сад увесили цветными фонариками. Но главным сюрпризом для горожан стало украшение стен и башен Московского Кремля новейшим техническим достижением – электрическими лампочками. Они зашли все разом, как только Александр III с супругой и придворными появились на балконе Большого Кремлевского дворца. Это зрелище произвело сильное впечатление на москвичей. Среди огней и архитектурных форм ярким пятном на полотне выделяется освященный храм Христа Спасителя. Маковский объединил два масштабных исторических события – коронационные торжества и открытие храма на одном полотне. Это позволило отнести иллюминацию Москвы не просто к жанру городского пейзажа, а к произведениям исторического жанра.